Так, ну что, ребятушки, приветушки всем. Сегодня попробуем чуточку поиграть в растения против зомби-героя. Я вам говорил, в черепашках ниндзя, в серии, которая еще не вышла, она до сих пор не залилась у нас на YouTube. Напишите, как слышно меня. А то, может быть, опять какие-нибудь проблемы, как в прошлые разы. Если все четко, мы начнем. Так, я что-то не могу понять, а где здесь звук? Ага. Так, ну в игре вроде бы норм. Слышно хорошо. Все, ребят. Ну что, как всегда, желающие кидают мне вызов. И я с вами начинаю драться потихоньку. А пока ждем, я, наверное, знаете, что сделаю. Во-первых, ребята, у нас закончилась лига, и я занял всего лишь 32 место, потому что я долго не играл, скажу вам честно. Вот, и ни хрена не получил ни одной легендарной карты. Всего лишь дали мне 5 паков, и там ничего путевого не было. Так, ну что, пока я вас жду, пока я вас жду, пока вы мне бросите вызов, если есть такие ребята и осмелятся это сделать, то я буду очень рад. А пока я, ребят, попробую поиграть против Салимундед. Короче, Салимундед. Здравствуй, Run Gamer Play. Да, как настроение? Настроение, ребят, хорошее. Единственное, что я вам уже говорил, меня выбешивает YouTube. Он меня выбешивает тем, что я заливаю ролики. Ну сколько у меня вот? Я в 5 часов дня снял черепашки для вас. Сейчас уже 10 часов вечера. 11. 4% только записалось. Ну, залилось. Ну, как настроение может быть? Да не хреновое настроение, если честно. Вот я решил, если у нас с заливками так дальше дело пойдет, мы тогда будем, ребят, переходить вообще на стримы, если честно. Вот, контента у меня для этого нормально набралось, так скажем. И в основном это будет для второго канала, ребята. Если сегодня все пройдет хорошо, гад вонючий, что делать, а? Если сегодня пройдет все хорошо, завтра, нет, завтра не получится, наверное, на коротком выходном мы с вами поиграем в Тини Бани. Просили многие, визуальная новелла. Я думаю, что объяснять кому ничего не надо. Что он делает, а? Мне не нравится его. Блин. Давай, короче, я так рискну. Охламон несчастный. Ну, поехали. Когда стрим по Бравлу, ребят, ну, слушайте, наверное, скоро. Скоро стрим по Бравлу. Единственное, что я тебе могу сказать, что у меня уже записана серия. Она тоже, ребята, выкладывается. И там 16% загрузилось уже на YouTube. Так что у меня 6 часов заливался. Я с VPN. Я без VPN, но, ребята, у меня, я говорю, сутки, иногда даже. Ух ты, макарек. Иногда даже дольше загружается. Я не знаю, что мне сделать. Давай-ка я так, наверное, попробую, ребят. Я не знаю, как это можно исправить, изменить. Почему я не играю в Зомби Армию 4? Ну, объясняю элементарно, ребят. Эта игра у меня была куплена в Epic Game Storm. Это во-первых. Во-вторых, обновления, которые там должны быть, они, так как санкции, они их не сделали. Поэтому давай я сделаю вот так. Блин, подожди. Так. Потом вот так. Поэтому из-за санкций они, друзья мои, прекратили обновы. И смысл играть нету. Ну, ты сам прекрасно видел, где я остановился. Кстати, я тебе еще больше скажу. Ох, нифига, он что делает. Так. Ну, блин. Ладно, сейчас посмотрим, что здесь получится. В общем, ребята, из-за этих санкций, которые нас наложили, в Epic Game перестали делать обновления.
Явился чмошник. Ну давай поржем вместе. Посмотрим, как ты будешь смеяться. Вот, надеюсь, все понятно. Так, VPN вруби, может поможет. Ребята, я уже врубал 1000 VPN-ов, ничего не помогает. Все перепробовал. Я единственный VPN нашел, это для мобильного гейминга. Но проблема, вот вы видели в последнем видосе, он действует всего лишь 15 минут и потом вылетает. Вернись в Shadow Fight 3. Да, было бы неплохо, ребят, вернуться в Shadow Fight 3, если честно. Но боюсь, мне там делать нечего. А почему? Потому что мне там разнесут в целом. Я слишком много времени, ребят, потерял. Слишком много времени потерял. Смотри, он уже пошел хиляться. Так, ребят, у нас есть два варианта. Либо мы сейчас ставим вот этого парня. Что у него? У него будет камень или нет? Как лучше? Давай посмотрим, что он сейчас делает. Так, быстрее обработка будет. Черного плаща в детстве смотрел? Конечно, смотрел. Вы еще, ребят. Черный плащ — это мультик моего детства. Я и мультик смотрел, и игру проходил еще. По-моему, она на Денди выходила, да? Или на Сеге? Не, по-моему, она на Денди выходила. Это же культ, друзья мои. Когда я был маленьким, да, наверное, до лет 10. Ты че, меня хлебом не корми, дай мультик посмотреть. Для меня самое жестокое наказание было от родителей. Это когда они мне запрещали садиться смотреть мультики. Если я там двойку получил, еще что-нибудь. Все, это для меня караул. Я весь в истерике шел там. Дулся, губы надувал, такой, знаешь. Но родители, конечно, потом остывали. Вызывали меня уже, когда половина, например, прошло. Ну, там, мультики, например, шли полчаса, да, 15 минут проходит. Они, ладно, типа, иди смотри. Я говорю, не буду, типа, такой, знаешь. Надулся весь, не буду. Ну, как-то вот так вот. Ну, это отрывочки из детства. Так, что там у нас дальше? Алкострим душевный, такие, ребят, я сейчас не пью. Даже безалкогольного. Ничегошеньки я не выпиваю. Спорт и только спорт. У меня такое бывает. Очень часто, когда я окунаюсь в здоровый образ жизни. Потом я делаю себе перерывчик месяца 2-3. То есть я иду во все тяжкие. Там и попойка. Там и куреха, там все. И потом, когда мне это все надоедает, я опять, ребята, завязываю с этим всем делом. Так. Язык сменить. Ребятушки, ну я же вам писал, культист, ты же прекрасно знаешь, что язык меняется в... Вот берешь телефон. В телефонах есть настройки. Сейчас посмотрим, будет он клевать или нет. В телефоне есть настройки. Настройки языка, там и всякой прочей ерунды. Вот там меняешь язык английский. Вместо русского ставишь английский. И все. Язык меняешь, и после этого, блин, посмотри. Лопухнулся паренек, наверное. Вот. И после этого запускаешь игру, и все, и у тебя будет запущена игра. Единственное, что там не будет событий, там не будет еще что-то, но зато у тебя будут работать арены и все тому подобное. Да ты заколебал, а? Кто это? Левел Малви какой-то у нас тут. Моя спина, ребят, моя спина... Вот я пошел в зал тренироваться, и моя спина стала лучше. Вот. Не поверишь. Плюс я пропил комплекс витаминов. Он у меня еще, кстати, есть. Это следующий комплекс, он рассчитан на 2 месяца. Вот, спина норма, ребят. А вот плечо, 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 оно, к сожалению, болит. И очень сильно. И с этим ничего сделать не могу, к сожалению. Я пью этих хандра... Хандра, как там они называются, уже забыл. Хандра... Ну, в общем, для спины, для суставов. Андерцептики, как-то. Андерцептивы.
В общем, не берите в голову. Ну, пока рано говорить об этом, потому что я, во-первых, только недавно заказал. Вот, и... Ты гляди, что творит. Так, ну что тут? Вот это однозначно летит в трубу. Наверное, да? Или как нам лучше сделать-то? Ну да, мы вот так вот с тобой сделаем. И вот так вот. Рэй, а тебе сколько лет, если не секрет? Мне? Мне 45. Чуть-чуть 44. Капучино, ребят, уже не пью. Давно, кстати, не пил. Вот. Потому что я посчитал, что оно для меня слишком жирное. Слишком жирное оно для меня, ребят. Вот. Забивать сосуды холестерина что-то не хочется. Как-то так. Поэтому сейчас пью травы, чай. В общем, оздоровляемся, как можем. Друзья мои, я не думаю, что я лучший человек по реакции. Вот серьезно говорю. Мне вот этот хмырь не нравится. Давай я сделаю вот так. Ну, я думаю, что ему крышка, ребята, пришла. Все, он, короче, видимо, доигрался. Его на фигня тут не проканала. Потому что сейчас мы с тобой либо хил поставим, либо вот этого парня. Он вызывает шляпу. Хорошо, давай сделаем так. Так, Данчик, у меня по Банишерсу ничего не выйдет. Это между нами. Почему? Потому что Банишерс у меня был не купленный. И после того, как я переустанавливал винду, даже не переустанавливал, я вообще покупал полностью новую систему. Банишерс улетел в никуда. Так, грубо говоря, в никудашечки. Вот. Поэтому Банишерса, ну, можно сказать, больше не будет. Что еще? Что еще тебе? Что тебе еще сказать по этому поводу? Как ты относишься к черному чаю? Когда у тебя долгожданный отпуск? Но в этом году у меня уже не будет, потому что я отгулял. Вот. А по поводу, как ты отношусь к чаю? Положительно. Как я отношусь к чаю? Ну, я, честно говоря, больше люблю этот. Ну, типа, на травах что-нибудь такое, знаешь. Вот это мое. Иван-чай, например, мне нравится. Могу китайский чай попить, здесь хороший. Как-то так. А к алкоголю, ребята, к алкоголю отношусь нормально вполне. Как бы. Могу пить, могу не пить. Когда мне хочется, я могу выпить спокойно. Ну, в чем себе нет. Вопросы, ну, вопросы вот. У них такие вот вопросы. Ну, им интересно знать. Поэтому, пока я ничего здесь страшного не вижу, отвечаю. Ну, что там, кто-нибудь созрел из вас, друзья мои? Кинуть мне вызов. Я знаю, что, по-моему, Инквизитор, по-моему, бросал мне. Кекс ТВ Синя уже тут, как всегда. Здравствуйте, ребята, всем, кто пришел, кому я еще не ответил. Вот. Кракушка. Ну, это уже Степ, конечно же. Троллите, да? Ой, ребят, я никуда не ездил, я просидел весь отпуск дома. Ну, вы же знаете.
Зло внутри. А что у нас за первая часть «Зло внутри»? Я не могу вспомнить, что за игра. «Зло внутри». Причем первая часть. Что за «Зло внутри»-то, ребят? Что-то, вот что-то знакомое, но я не могу вспомнить, что. «Зло внутри», блин. Да, ребята, я тут как-то в мафиоза зашел за кадром. Ну, думал, сейчас зайду. Вы же просили меня, чтобы я поиграл. Я сейчас думаю, сейчас зайду. Подожди, я себе выключу свет. Может, так лучше? Думал, сейчас зайду. Вспомню, как оно играется. Ну и как, видишь, как оно играется. Пару каток мне как звезданули. Я думаю, ё-моё, куда я лезу? И передумал. Ты летал на диване в отпуск. Пойди. В отпуск пойди. На диване, да уж. Полетаешь, ребят, там на диване в отпуске. Так, он решил вот это вот, да, сюда поставить. Блин. Давай так сделаем, наверное. Каких ютуберов ты знаешь? Ну... Ребят, ну многих я ютуберов, ну как, знаю. Я не знаком с ними лично, знаю так просто. Так, вот это вот что такое, а? Вот это что такое, друзья мои? М? Ой, как мне вот это все не нравится. Ну, в блок, понятно, в блок. Я его сейчас... Ничего я пока с ним делать не буду. А вот это хреново. Ты задание какое-то делаешь или что? Стрим по тени бани, ребята. Ну, я не знаю, я же говорю, на выходных. Посмотрим, как все пройдет. Да ты достал уже, а? Что он хочет сделать? Ну давай вот так поставлю. И, наверное, вот так. Твою мать, не туда встал, а? Шныреныш. Здравствуй, Занулин. Эльмир. Эльмир. Слушай, Эльмир, а у тебя сокращается имя? Наверное, Эмиль какой-нибудь, да? Эмиль, Эмир. Амир. Передаю привет Изюму. Что-то знакомо. Изюмчик. Мы, наверное, сделаем с тобой, знаешь что? Блин, фигня получается. Хотя... Хотя должно получиться норм. Давай сделай так. Рэй, как день прошел? Как дела? Как самочувствие? День прошел обалденно, ребята. Дома сидел. Грустный. Сегодня туда-сюда по делам бегал. Ничего особенного, если честно. День как день. Самое обидное, что в крайний выходной. Хочется еще два дня, два выходных. Я сходил, думал, будет что-нибудь болеть, но я, видимо, уже переболел, поэтому мышцы не болят. Ты предупреди тогда о стриме по тени бани. Ну, ты знаешь, я вот всегда заметил за собой такую вещь, что когда я хочу что-то снимать, вот, предупреждаю, у меня все время срывается. У меня больше получается спонтанно. В Resident Evil не играл, играл, конечно. Играл. У меня же на втором канале, ребята, Resident, есть, по-моему, две пройденных. Это
это у нас... Какая-то у меня пройдена. Седьмая была пройдена. И... ремейки. Ремейк. Или один, или два. Что-то мне не нравится, что он тут делает. Он, наверное, хочет... А давай я сделаю вот так вот. Да я знаю этот сериал про туалеты, про эти скибиди. Но это, ребят, не мое, вот, Серега. Я не понимаю, это может быть что-то по вашей теме. Но я не вдупляю в эти скибиди всякие. Хренибиди и тому подобное. Вы что, хоррор? Ну, Resident Evil, я бы не сказал бы, что это особо хоррор, если честно, для меня. Это больше такой жанр. Ну, он как бы считается хоррором, но для меня он не особый хоррор. Так вот скажу тебе. А, блин, что там такое у нас может быть? Блин, что там может быть, а? Давай так сделаем. Ага. Да, Devil May Cry играл. Кстати, опять же, на втором канале, ребята, есть прохождение последней части. Самая последняя часть, это где... Ой, скажи мне, я скажу. Друган там вонный. Ну, не друган, а как вот там. Новый персонаж такой, седоволосый паренек. Который управляет этими... Как, чем он там управляет-то? Ну, он этими птицами, големами там управлял. Твою мать, что делать-то? Дредж. Дредж. Слушай, Дредж, это же, по-моему, про морячка, да? Если я ничего не путаю. Короче, давай сделаем вот так вот. Вот так. А с этим что будем делать? Да ничего пока не будем делать. Шоубой Рунавей, я не знаю, что... А, Шоубой, это, ребят, по-моему, на мобильнике. Шоубой Рунавей, если не ошибаюсь, это, похоже, что-то игруха на бабку Гренни, если я не ошибаюсь. Там пацана, то ли родители что-то поймали, то ли еще что-нибудь. Что-то в этом роде, короче, было. Так, я понял, ребята, что это у нас за хмырь. Я понял. К чему здесь все это ведет? Давай так попробуем сделать. Скулбой, интеллектуальный хоррор, даже так. Тогда точно не играл. А он все равно в туалете жестко. О чем вообще речь идет, а, ребят? Стоит ли мне вот этого тратить? Давай потратим. Черт, тебя подери, не самый лучший вариант, конечно. Давай так попробуем. Слушайте, не надо спойлерить, что там в этом зайчике будет происходить. Я там начал вот... Чуть-чуть буквально поиграл, там... Бабка начала рассказывать какие-то сказки на ночь. Пацану. Что-то такое вроде бы. Ну, я не знаю, ребят, посмотрим.
Спойлерить не надо, иначе неинтересно ни хрена будет. О, я, кажется, понял. Сейчас он выставит этого придурочного. Тут маг будет. Как пить дать, будет маг. Сейчас посмотрим. Нет. Далеко не маг. Бабка, это пятая минута. Ну вот, я на пятой минуте. Я говорю, там чуть-чуть буквально, ребят, поиграл. Че он мудрит опять, а? Че вот он мудрит, ребят? Давай я сделаю так. И вот так. Все, он сдался, короче. Надеюсь, и тебе еще... Инскрипшн, блин, ребята, Инскрипшн, это же картежная вот эта игра, честно говоря, мне не особо зашло, поэтому, если мне не зашло что-то, ну, играть в это я не особо хочу. А вот Огу, кстати, вот между прочим, вот кто-то мне писал в комментариях, что Оги, вот этот вот парень, который с очком бегает, что эта игра детская. Ты знаешь, что эта игра далеко не детская, и она, наверное, не уступает, помимо того, что там очень много логических загадок, она по сложности, ну, я даже не знаю, с чем ее сравнить. Блин, без понятия. Кто-то сравнил ее, конечно, с этим. Где этот рыцарь, там, мрачная игра, там, блин, как она называется? С памятью совсем хреново. Как она называется-то? Ну вот, DLC недавно был это. Пипец, вообще хрень какая-то с памятью происходит. Ну, в общем, короче, он ее сравнил с, именно с той игрой, и сказал, что она в разы сложнее. Я, конечно, с этим не согласен. А вот в плане логики задумки... Она сделана замечательно. Рисовка тоже мне понравилась. Она такая детская рисовочка. Ну, кажется, что все хихоньки да хахоньки, а нифига там подобного. Так, почему ты не играешь в Fate of Silence? Fate of Silence, потом... знаешь почему? Потому что у меня в свое время кореш прошел эту игру при мне. И мне почему-то больше я не захотел в нее играть. Давай его вот так превратим. Он при мне ее поиграл, и все, друзья. И что-то он больше мне не захотелось в нее играть. Кончается там тупо, я тебе сразу скажу. Вообще просто... Да ты заколебал, а? Просто достанет, блин, в корень. У него портал есть, 100%. Нет, у него вот этот. Лучше, Жечка, не на стриме проходить. На стриме будет спойлерить, поверь. Ну, я могу чат вырубить. Делов-то на копейку. Так, Рэй, ты прочитал? Чего я прочитал? Чего я должен был прочитать? Что у этого говнюка может быть? Если я сейчас поставлю это, он накажет или нет? Или поставить ложку кукурузы? В Моровинд? Да давным-давно, это же игра, извини меня, при царе Горохе еще была. Сколько денег зарабатываешь на любителя выпить? Я знаю, что минимум одна попойка у меня обходится в 2000 рублей. Это минимум. Это если я дома один. Если я куда-то там в гости иду, еще что-то в этом роде, то это выйдет намного дороже. Что он творит, блин, а? Как это сделать-то лучше? Давай я так вот бомбану. А ты знаешь про конфликт Фарделла и Неми? Я таких даже и знать не знаю, ребят.
Как-то я не особо любитель смотреть какие-то конфликты. Это тоже не мое, друзья. Resident Evil Village. Не знаю, ребята, у меня сейчас помимо этих игр, знаешь, сколько накопилось всего? Всякого. Слушай, он заколебал уже, Он заколебал просто, понимаешь? Нет, я не на заводе, но на комбинате, скажем. Я не назову. Опа, на, смотри, что у него есть. Смотри, что у него есть. Окей. Ага. Так, если он сейчас еще одного такого хмыря. Давай так сделаем. Опять портал, да? Ну и это неудивительно, друзья мои. А вот это хреново. А знаешь почему? Вот сейчас получилось вот это все. Потому что у меня не выпал вообще ни разу Паттайя. Ну, Паттайя я вам сейчас покажу, кто это такой. Вот он. Он мне не выпал здесь вообще. Я не на заводе, ребята, еще раз говорю, работаю. Я работаю... Я же писал, кем я работаю. Я работаю на экскаваторе. Не из легких работа, если честно. Совсем не из легких. Но выбор невелик. Опять? Это он же, что ли, нет? Фловер этот. Я не люблю жареные кабачки. А я люблю, но я не жареные люблю. Я больше люблю. Вообще сейчас жареное не ем. Я больше предпочитаю печеное в духовке, что-нибудь такое. А это мне самому интересно, с какого года кто смотрит. Я уже этим вопросом, блин, задавался давно. И мне очень интересно. Сколько лет и какая аудитория смотрит, на самом деле. Очень интересно. Ник Рэй Геймплей. Так, это не я должен давать, ты мне должен бросать. Дружеский бой. Я тебя с 18-го года смотрю. Нет, это понятно, что с 18-го года. Я имею в виду в плане не с какого года ты смотришь, а сколько лет ребятам, которые смотрят. Ну, я понимаю, что на первом канале там все-таки... На первом канале, мне кажется, там все-таки больше детская аудитория. Потому что он, в принципе, изначально и был сделан для детей. Вот, видишь, мне 15. Ну, вот что. Ну, я не могу сказать, что 15 это прям ребенок, но подросток, да. Подросточек. Заколебал. Я почему-то так и думал, что он выставит это хмурье. Угу, даже так. Карту берет добор. Айдол герой. Ну я же играл, ребята. Я недавно заходил, там очень много чего обновилось. Я не помню. Понимаешь, вот те игры, в которые мы играли раньше, очень долго, и в которые ты возвращаешься по новой. Вот. Как бы тебе это объяснить-то? Когда ты в них возвращаешься по новой, много чего забываешь. Особенно, когда прошло очень много времени.
Смотри, что творит, а. Так, ну здесь в броню бомбанет однозначно. Это не помогает ему. Козла нам надо валить, друзья мои. Нам надо валить козла. Вот теперь ему будет жопа. Смотри, почему. Рейв, какие игры ты играешь? Во все, ребята. Здесь играю в мобильные игры. На втором канале компьютерные игры. Не люблю... Чё я не люблю? Давай так сделаем, посмотрим. Не люблю экшены в последнее время. Да ты достал уже, блин, со своими телепортами. Опять у него этот... будет, как его... Как его зовут? Курабойщик, ребят, опять будет. 100% тебе говорю. Давай так вот сделаем, чтобы не приумножал карты. Сейчас поставим опять этого сюда же, и все будет у нас оки-доки. Понятно, короче. Ну что там, бросай, кто мне там хотел бросить, бросайте, вызов. Я жду. Ребята, большой карьерный экскаватор. Карьерный. Ну, давай скажем так, 10-кубовый. Ну, я имею в виду по ковшу. У нас есть 15-кубовый, 10-кубовый. Вот я работаю на 10-кубовый. Здоровый. Не вот этот вот гидравлический, который маленький, дорожный, а здоровый, карьерный. Когда прекратишь играть в черепашки-ниндзя? Ну, я же, ребят, говорил, я в черепашки-ниндзя прекращу играть, когда мы с вами все сделаем. Или пока игра из Гугла не исчезнет. Кстати, вы в курсе, что в ноябре выходит новая игра по черепашкам-ниндзя? Если кто не в курсе, можете зайти и посмотреть ролик. Я просто охренел. Если она будет такая, как в тизере, ну, это, блин... Это будет круто. Там, правда, будут черепашки новые из нового сериала. Мультсериал, который вы, наверное, видели. Вот этот вот. Где они такие, как бы, как будто нарисованы краской. Ну, как будто кисточка нарисована. Такая вот она. Офигенно. Мне так поперло. Новые боссы, которых вообще не было еще ни в одной игре. Что там еще там? Этот, ну, вот заметил я там босса. Какая-то летучая мышь и бегемот. Вот кто мне сразу бросился в глаза. Так, Рэй, почему не играешь в Хранителя Кладбища? Блин, вот в Хранитель Кладбища нужно пройти. У меня две игры пиксельные, которые мне нужно пройти. Это Хранитель Кладбища и DLC вышла у нас на Punch Club 2. DLC-шка. Там уже киберспорт. Она мне напомнила, знаешь что? Помнишь «Живая сталь»? Кто-нибудь смотрел этот фильм? Когда роботы дрались на ринге. Вот Punch Club 2, она напоминает мне именно как бы отсылка вот к этому фильму. То есть мы уже как бы такие мастера стали, мы сделали своего робота и начали его отправлять на арены. Так, ну что, никого нету, я тогда дальше продолжаю, ребят, махачи. Может быть, сегодня дойдем как-нибудь до 20 ранга, может быть. Время пробежит почти 11 часов, пока еще есть время. А что за новая игра на телефоне или ПК? А что за новая игра на телефоне или ПК? Это вопрос или что это? Да, новая игра про букашек. Она будет, ребят, на ПК. На компьютер. Это DLC такое на Punch Club.
Да, ты зайди на DLC Punch Club. Я ее еще давно, месяца два назад уже купил. Она есть. Поэтому надо ее тоже проходить. Вот Хранитель кладбища и Punch Club нужно добить. Знаешь игру Among Us? Ну, конечно, знаю. Но это не мое, ребят. Это где эти пришельцы бегают, убивают. Это не мое, ребятушки. Это я сразу вам говорю. Hello Хейнборг, это тоже не мое. Я не любитель вот головоломок, бегание вот этих. Привет, Эльмир. Да, потихонечку дела идут. Дела идут по тихой грусти. Я не смотрел просто. Я люблю древесину, я понимаю. Это твой любимый фильм, это, наверное, Буратино, да? Древесину, блин. А что с зомби? Зомби все пучком, все нормально. Гейш Сиджи, какие никнеймы вы придумываете? Ребят, ну что значит посоветовать тебе игры? У меня... У меня игр на самом деле очень много сейчас для прохождения. Очень много. У меня куплено дофигища игр. Ты же знаешь, мне нужно пройти Остров Лунного Камня. Сейчас, слава богу, мы прошли с вами Kingdom Rush Alliance, мы прошли. Мы прошли с вами Conscript. И мы прошли с вами Гештальт. То есть две игры у нас пройдены. Вот. Блин, я не знаю, что тут лучше сделать-то. Наверное, вот так вот. Давай вот так-то я сделаю. Да ничего я не разлюбил. Что вы все сразу берете вот это? Ты разлюбил играть? Нет, я ничего не разлюбил. Играем потихонечку. Блин, сейчас такая вот напряженная обстановка тут. Слушайте, у меня нет любимых частей Kingdom Rush. Мне кажется, что они все достойны. Я вообще обожаю эту серию игр и Ironhide. Я вот единственное, что хотел бы поиграть еще в Junk World, по-моему, она называется, или Дженкин как-то. Но у меня нет возможности, потому что она... Потому что она. Фиг на этом чувствую. Ёпрасоте, блин. Это не очень хорошо. Это не очень, блин, хорошо. Ну что, его валить надо будет тогда, получается? Давай, сделаю так. И вот так. Он не вытерпел, он не выстоял. Ладушки, я понял. Интересно, у него телепорт есть? Нет? По идее, у него может быть телепорт. Где? По идее. Сейчас заморозку сюда поставит. Мне надо один частей посмотреть. Сегодня финал вышел. Мне надо 11 частей игры посмотреть. Сегодня финал вышел. Буду смотреть и надеяться, микрофон... Кстати, вот, ребята, вот этот вот микрофон. Я не знаю, что происходит. Я вот серьезно тебе скажу. Не знаю, ребята. Я... Ну, тут ты, рак, а. Вот он сейчас... Ты же слышишь, сейчас он не барахлит ничего, да? Гаденыш, я так и думал, что, ребята, поставить херобору свою. Вот, и... И этот. Блин, что у него там может быть, а? Что
что у него там может быть. Посмотрим, что у него там может быть. У него там может быть заморозка. Ага, ага. Так. Вот эндинг без понятия, друзья мои. Когда я планирую эндинг проходить, вообще не знаю. Вот это вот я вообще не знаю, ребят, когда мы будем проходить эндинг с вами. О, осьминог. Так, у меня роза осталась, да? Давай розу. Иди отсюда. Ну, уничтожаем этих тогда, получается. Насколько это возможно. Броню, блин, прям в броню ему, а? Кукуруза, спасет ли меня кукуруза, ребят? Сейчас мы глянем. Сейчас мы с вами... Блин, это сюда лучше не ставить. Ты серьезно, а? Пипец, он же сейчас пойдет уничтожать их всех. И в лицо 6 мне наносит. Я не то, что, ребята, что игнорировать? Я просто не успеваю читать. Мне надо и за игрой смотреть, и читать чат, поэтому я ничего не игнорирую. Что значит игноришь? Валим маленького. Я вообще-то я не с Dead Ahead начинал, если честно. Я не с этой игры начинал. Я начинал, хрен знает, с каких там, я даже уже и не помню, если честно, с каких я начинал. Знаешь, Витька Плея? Витек Плей, если ты имеешь в виду. Да, но я его не перевариваю. Он слезал всю с купленного, поэтому... Плагиат дешевый, короче. Ну, это для меня, по крайней мере. Кому-то, детям, может, нравится. Хотя мы все друг друга плагиатим, если честно, тут... Что-то особенное, эксклюзивное, вряд ли уже что-то найдешь. Понимаешь? Ну вот это вот фигня какая-то получается. Давай так сделаем, наверное. Стоит ли замораживать? Наверное, нет. Эй, ребят, именно сюда, блин, приперся. Он на печи живет. Когда планируешь покрыть? Ага, у микрофона колики. Что, опять микрофон, что ли, барахлит? А какие мемы ты знаешь?
Да никаких. А если знает, уже и не помню, какие вены. Давай так поставим с тобой. Смотрим. Смотри, у него валун есть. Ну, Dead Hit одна из самых старых. Нет, это не одна из самых старых. Тут ты не прав. Это не одна из самых старых. Это свежачок. По сравнению с тем, что там есть вообще. Я знаю, что миссии пройдены. Мы будем проходить, но позже, ребят. Давай сделаю так. Вот так. И вот так. В проклятии мертвых богов? Что за проклятие мертвых богов, блин? Вы иногда вот напиш... Проклятие мертвых богов. Я без понятия, ребят, что за игра. Проклятие мертвых богов, блин. Хачапури ел. Когда-нибудь ел, наверное, во сне, может быть. Да ел, наверное, блин. Хачапури, блин. Он у меня тут свое, блин, хачапури творится. Жесткая, блин, хачапури. Жестче, блин, некуда. Давай так поставим. У меня, ребят, с картами беда. Блин, самое паршивое, что, ребят, у меня тут в броню выходит, все летит. Так, 3, 3, 4, 12. Ну, я думаю, выживем. Да у меня свободного времени, это, грубо говоря, нет. Если есть, вон, сижу, играю, что ли, записываю видосики. Как-то так. И два раза ему, блин, в броню, ребята. Два раза, блин. Идиотские какие-то вопросы. Кекс, ты опять за свое, а? Ты опять, блин, начинаешь за свое, да? Кекс опять начинает за свое, блин. Блин, ну вот спрашивается, где кукуруза, блин? Два стебелька вот этих есть, кукурузы нету. Ну что значит свою? Ну посмотри, что ты там хрень-то пишешь. Несуразицу вообще. Просто ересь какую-то пишешь, блин. Непонятно. Как ты мне дурак, а, говнюк вонючий. Наверное, все, доигрался парень.
немножко. Или я, или он. Повезло. Вот это плохо. Напряженная война. Игра. Все, по-моему, ребят, доигрался, а мне ничего не сделать. Сдаюсь. С одной карты я ничего не сделаю. Кейс еретик. Подожди, давай. Ай, блин, хотел поменять, блин, не успел, ребят. Сейчас баклашечку только воды налью. И видишь, какие баклашки? Раньше бутылочки, теперь баклашки, блин, 5-литровые. Пьем воду. Это тебе не легандрол посасывать, блин. Ой. Блин, нашел кого. Какая у меня погода сегодня? Я тебе скажу, погода сегодня отвратительная. Дождь. Ой, открой окошечко. Ой. Дождь и все дела. Завтра на работу. Ну, для работы, если честно, такая погода ништяк. Хуже нету, когда ты на солнце. Это просто труба. Ты как в микроволновке там сидишь. Надо админа какого-то нормального, адекватного поставить, чтобы он блокировал вот таких вот всяких вот... Как сказать? Неадекватов. Я не знаю, в Donation Alert, по-моему, есть у них этот чат-бот там, который... Который, как это сказать-то, фильтрует чат. Давай, GC. Ну, GG, короче, GG, давай. Я тебя так буду называть, GG. Потому что, блин, GC. Вот кто у него тут? Альтрушка для скуфа. Я смотрел, но я ни хрена не понял. Что это вообще за игра? Альтрушка для скуфа. Что это такое, блин? Это не мое, ребятушки. Не может быть все мое, понимаешь? Не может быть. Ну, не блокируйте. Ну, да, вначале тишину, если первый раз не понимает. Shadow Warrior. Shadow Warrior. Shadow Fight знаю. Shadow Warrior. Это, по-моему, если я не путаю, на Dreamcast такая, по-моему, была Shadow Warrior игра. Старая игрушка. Очень старая. Давай я сделаю вот так вот, чтобы тут особо... Блин, я ему еще и карту подкинул. Ну как так-то?
Кто такой Скуф? Хрен его знает. Блин, игры у меня потеряны до хренища, блин, если честно. Ну как потеряны? Я имею в виду недопройденные. Очень много. В свое время вот этот мессенджер, помнишь, игруха была? Блин, так офигенно мне нравилось. Все, сейвы улетели. До свидания, как говорится. Так, что тут, блин, химичит-то? Ядрен, матрен. Он его прокачивать собирается, да? Угу. Тушки для Скуфа, это новелла, где можно поугарать. Но одним словом, эта игра стёб над госуслугами. Не знаю, ребят, чё там стёбло. А, вон он, чё-чё. Хорошо потратился он сейчас, хорошо, ребята. Прям отлично. Ну да, конечно, уничтожил этого, но чё ж поделать. Странно, в словаре не находит слово «скуф». Да, ну потому что вымышленное это слово-то. Так, ага. А если мы так сделаем? И вот так. Го, Хасл Касл. О, друзья мои. Хасл Касл вспомнили. Да, было время, да? Было, ребятушки, время. Хасл Касл, да. Свое время зажигали. В свое время зажигали. Я вот не знаю, что лучше тут поставить. Давай, наверное, я сделаю вот так вот. Ну и что дальше? Хрен узнает, что дальше. Поехали. Я, наверное, не буду пока тратить. Давай заклинашку применяй. Так, ребята, остается у него 4 хп. Ну все, тебе край, парень. Тебе край. Так, два в лицо. И остаются, блин, остаются, ребята. Ну этот не пробьет, это у нас блок. А, нет, пробьет. Так, что там у нас? А в драконов, всадники Олоха, ты играть будешь, пока все. Вот про драконов, всадники Олоха, ребят, я ничего не могу вам гарантировать и обещать, потому что драконов там. Там около 1000, по-моему, драконов. 800, по-моему, с лишним. Ай, подожди, мы хотели за другого поиграть. Давай за бесенка. Вот. Драконы, всадники Олоха, мы, наверное, будем играть с тобой до всех легендарных драконов. Наверное, так. Вот когда получим всех легендарных драконов, тогда да. Так, первым делом все новые для меня термины смотрю в словаре. Ну и правильно делаешь.
Так, Рэй, у тебя работает соревновательный режим? Я раскладку поменял, все равно не работает. Ну, ты же видишь, что вот у меня сейчас вот соревнуюсь я где? На этом режиме. На соревновательном. А почему у тебя не работает? Я даже не могу тебе сказать, почему у тебя не работает. Блин, что у него там есть? Давай сделаю вот так и вот так. У него может быть заморозка. Нет, у него бунчой. 5 в лицо. Интересный расклад. Блин, Кекс, я тебя... Ты запарил уже, блин. Все, ребята, не будет больше Кекса с нами. Достал хрень всякую писать, блин. Серьезно тебе говорю. Как лучше тут сделать-то? Давай пока пропущу. Нет, Майнкрафт не буду. Это я тебе точно говорю. Я в Майнкрафт вообще не понимаю этой игры, если честно. Как ты мне дорог, а? Что мы можем с тобой сделать? Мы можем перетащить сюда и спрятать так вот. Интересно, у него могилоед есть? Да ты заколебал. Ты тыкать, блин. Куда, ребята, переходим? Сюда, наверное, я так понимаю. Четыре в лицо, блин. У него, наверное, еще есть один этот комок, блин. Непонятного назначение, блин. Блин, придурочный. Одним словом. Еще не легче. Еще не легче. Поехали. Все, я уже с ума схожу. Так, пяток. Ну давай вот так и сделаем. Что-то. Да все, ребята. А что там кексы? И будет к Ютубу, это замечательно, блин. Любовь и зла. Полюбишь и козла, да? Так оно, по-моему, говорилось. Сколько он мне нанесет урона? Одну единичку. Неприятно, но ничего не поделаешь. Так, 5 и 2. Мы с тобой можем сделать вот так. И вот так. Он смотрит мне... Так, ребят, короче, Кекс тоже доигрался. Все. Скажем ему до свидания. Все дружно скажем ему до свидания. Больше не будет Кекса у нас. С нами. Я уже забанил. Я уже, ребятушечки, забанил Кекса. Все как полагается.
Да ядрен матрен, сейчас заморозку влепит. Но он заморозку сделает, он прокачает мне моего этого. Даже вот так. Ой, спасибо тебе огромное, что ты вот так вот сделал. Это прям топ. Топчик, я тебе скажу. Что он сейчас сделал, друзья мои? Он сам даже, наверное, еще не понял, что он сделал. Ты был невкусный. Согласен. Совсем невкусный был парень. А бабочка? Какая бабочка? Да кекстовый синий. Это то же самое, ребята, да? Или не тот же самый? Такое дурацкое название. А ты знаешь мистера Биста? Конечно, знаю. Я с ним лично был не знаком. Я его знаю просто как знаю, ребят. Вот, но не лично. Слушай, смотри, как очень хорошо все складывается мне раз. Смотри просто. Оп, оп. И больше я ничего сделать не могу. Я фейк синий. Бань всех кексов. Баню всех кексов. Все, ребята. Я... Все, я забанил кекса. Да нафиг, ты что думаешь, что он там что-то дарит кому-то? Ты успокойся, господи, ты все, что вы видите в роликах. То, что он там все это раздает, ребята, вы что, вы серьезно? Вы серьезно думаете, что он все это раздает? Вот эти вот всякие вот липовые фейки там сжигают свои машины там или их дарят? Нет, конечно. Вон, видишь, слушай, он достал. Баним. Надо, знаешь, что написать, чтобы банить всех кексов. Так, заблокировать. Хоп. Так, и мало того, что заблокировать, мы еще... исключаем его вот так вот. О! Замечательно, ребят. Теперь нас никто не побеспокоит. А что такое? Что оппонент так долго ищется? Непонятно. Да ну. 10 тысяч аккаунтов будет, 10 тысяч будет раз банить. Какая разница-то? Пускай заходит. Мне-то все равно. Поехали. Эльмир, я уже заметил. Мало того, что это, так еще и адекватный ютубер. Кстати, кто-нибудь из вас пил кедровое кофе? Ребят, кто-нибудь из вас пил кедровое кофе? Я сегодня попробовал. Двоякое, честно говоря, ощущение, если честно. Вроде бы вкусно, полезно, но там главное, ребят, когда вы размешали его, дать ему отстояться хотя бы минут 5, этому кофе. Потому что вот это вот кедр, он молотый, вот эта вот шелуха, это просто трубешник полнейший. Его потом ты задолбаешься сплевывать, выплевывать. Он везде, ребят, во все микрощели, которые только есть, он попадает. Походу дела так. Вот как думаешь, у него могила яд есть? Мне кажется, есть. Но я, наверное, сделаю. А что мне это даст? Вот так, наверное, мы сделаем с тобой. Мне нравится древесина.
Нравится тебе древесина? Иди дальше. Древесничай. Пам-пам-пам-пам-пам. Давай так вот сделаем. Оп. Я только кофе с молоком пью. Ну, кофе с молоком — это понятное дело, ребят. Кофе, блин, с молоком — это... это хорошая тема. Слушай, мне кажется, у него есть могилы ед. Но он просто, ребята, сейчас пока его от нас скрывает. Да я уже забанил, забанил, ребят. Он только успевает там сказать слово, и сразу в бан. Тюх! В банчелу его сразу же, понимаешь? Сразу же в бан его. Так. А, ну этого мы выкинем, получается, да? Да, мы этого выкинем. Тогда вот это замораживаем. Этого мы с тобой выкинем. Вот так вот, что-то бабушки вот сюда. Поехали. Пучком, ребятушки, все пучком. Не переживаем. Давай сделаем вот так. Так. Нет, нет, нет. Блин, ребят, да, я, конечно, сейчас всех своих уничтожу. Братков, так скажем. Но такова... А, я ничего не смогу, да? Братков я уничтожить не смогу. Единственное, что можно сделать, это... это, наверное, вот так вот сделать. Так, это плюс 3. Плюс 3, 9. Ну да, поехали. Вот так вот мы сделаем. Так, теперь сюда. 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 Посмотрим, что он там сейчас будет делать. Ну, этого сразу на вылет, ребятушки, вот этого. Сразу же на вылет. Сюда вот так поставим. Поехали. У него блок будет работать. Посмотрим сейчас, что он будет делать. Но он опять же своего вшивого этого поставит. 100% тебе говорю. О, орешек. Да и фиксим. Выкинем, наверное, с тобой. Кого выкинем? Да, вот этого выбросить отсюда. Так, поставлю. Сейчас блок у него, блин, сработает. Пицца тайм. Как долго ждать? Да, вот Оги и Wrestling Quest — это, наверное, следующие будут игры, которые у нас на прохождение будут. Это следующие игры, которые будут у нас на прохождение.
Какие-то ходил фастфуд-рестораны. Я не люблю, ребята, рестораны. Фастфуд вообще никак. Вот. Слушай, он заколебал уже, а? Он меня заколебал. Так, что мы тут сделаем? Мы сделаем вот так с тобой. Вот этого выкинем отсюда. Поехали. Так, только давай без блоков. Без блоков. Конечно, будет без блоков. Я тебе скажу одно лишь мнение. Давай так. Слушай, мне кажется, у него есть еще, ребята, орех. За 9 энергии. А, нет, он ничего. Куда он его? Куда он его? Сюда. Ага. Все, я понял тебя. Наивный парень, да? Я думаю, ты понимаешь, почему я его называю наивным. Это тоже тебе не поможет. Поехали, друзья. Будем разносить ему табло. Итак, 2 единички осталось. И это... И это будет вот так у нас, наверное, выглядеть. Все? Декарта, не знаю декартов. Деканы, декарты. Ого! Ого! Друзья мои, смотри, что он делает. Он поставил сюда хилку. Так, смотрим. 1, 5, 8. 1, 5, 8, да? Давай посмотрим, что он сделает сейчас. Он же защиту потратил уже, да? Потратил. Нет. Нет, 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 парень. Это абсолютно все не то. Это абсолютно все не то. Это абсолютно все не то. Давай так сделаем. Поехали, ребятушки. Ребят, мы, наверное, сегодня... А, уже 16-е. Здравствуй, Юра. Да, там... Кстати, посмотри, сколько я там тупил. Когда я начинал в эту игру играть, в растение против зомби-героя, вообще просто профан. Я ни хрена не понимал, что надо сделать, что от меня требуется. Там трэш. Потом уже, спустя годы, до меня стало допетривать, что какой параметр обозначает. Чего там ты пишешь, Синька? Кекс, Синька ТВ. Ой, блин, ребята, вот это роза, все, ну начинается, короче. Приперлся. Сейчас начнется, короче. Жополюбство, блин. Так, ребятули, наверное, последняя катка. Правильно говоришь. Роза на куче навоза. Наверное, ребятушки, последняя катка сейчас. Потому что время уже 11:30 на моих часах. Завтра на работу, я вам говорил. В любом случае, всем спасибо за компанию.
очень-очень признателен, что пришли, посмотрели. Опять же, все спонтанно. Я еще раз говорю, если все нормально, ребятушки, в ближайшее время будет следующий стрим. Пока еще с игрой не определился, либо это будет про зайчика, либо это будет еще что-то. Но в любом случае что-то будет. Что-то будет когда-нибудь. Вы можете в чате... А как вы проголосуете? Тоже такой наивный, проголосуйте. Как будто вы знаете, какие у меня игры там. Ну, ваше какое-то предположение там, еще что-нибудь в этом роде. Вот, так что... Ну, могу только вот на выбор вам дать бани. Что у нас там еще есть? Остров... Не остров, а как он там? Давай так сделаем. Остров лунного камня. Можно поиграть. Можно поиграть. Либо в рестлинг. Может тоже дрыгнуть, например. Так что, друзья мои, пишем. Слушай, у него, наверное, могилоид есть, скорее всего. Ладно, я рискну, на свой страх и риск, ребят, ставлю. С другой стороны, нафиг я это сделал. Блейнара. Фиг ее знает. Так, Рун геймплей, ты один только пишешь. Давай, зайца, давай, зайца. Какая-то фуфляндия мне на самом деле выпала сейчас, если честно. Какая-то фуфляндия мне сейчас выпала. Давай я, наверное, пока воздержусь. Юрий Качалин, хорошая новелла. О, еще один человек поддержал Ранчика. За болотной шушера тут появилась, блин, еще мне. Прекрасно. Вот это говно мы с тобой заменим. Блин, самое обидное, что опять сейчас, блин, выпадет у него там это, блин, второй блок срабатывает у него. Спасибо, Эльмир. Спасибо тебе, Эльмирчик. Рад, как говорится, удружить. 7 хп у нашего Сира КРа какого-то там, я не знаю, кто-то. Атака, да? Давай, мы тоже не будем, ребята, отставать. Раз он заморозку сделал, значит, и мы сделаем заморозку с тобой. Привет, Рей, как ты? Как ждать продолжение Палеант Тысячи лет Фореста Уресля Куэст? Сколько готовых публикаций виден есть? Готовых публикаций, честно сказать, они есть публикации, но я вот в начале стрима говорил, они по 12-20 часов, ребята, загружаются. Вот сейчас у меня сегодня должно быть выйти Бравл Старс серия, Черепашки-ниндзя серия. Так, что там еще-то у нас? О, как он мне дружил, ребятушки. Что там еще? Все, он сдался. Это для первого канала. А для второго канала у меня ничего, по-моему, нет, ребят. Ну вот еще у нас будет стрим. Но этот стрим почему-то я нечаянно поставил, ребята, адрес второго канала. Ну хорошо, у меня идет сейчас запись, поэтому дубликат этой записи стрима я выложу, естественно, на первый канал. Вот, друзья мои, в общем, всем спасибо большое за поддержку, за то, что вы были со мной, пообщались. Конечно, я понимаю, время позднее, не все могли сегодня поучаствовать. Ну, стрим будет, он у нас, как говорится, он идет в записи, поэтому он будет выложен.
всем, как говорится, кому интересно, может посмотреть. И в следующий раз, если вдруг, ну, получится так, что буду стримить и будет на это время, я об этом сразу напишу в сообщении, ребят, в комментариях или где-нибудь выставлю. Вот, так что все. На сегодня, ребятушки, заканчиваем. Всем удачи и до новых, наверное, скорых видосиков. Удачи вам.